И прокуратура молчит, и судья все откладывает и откладывает. Так говорят дольщики долгостроя на Ленина 31. Стройка началась еще в 2015 году, но застройщик обанкротился. И ключи от своих квартир около 100 человек так и не получили. Кто, по мнению дольщиков, в этом виноват и какое решение о судьбе долгостроя сегодня принял Федеральный фонд защиты прав дольщиков? Ульяна Ездакова раскроет все карты. Жилой комплекс «Вознесенский» начали строить еще в 2015 году. Два первых этажа здания планировали отдать под коммерческую недвижимость. На дворе январь 2023 года. И пока полуразрушенное здание с неработающим эскалатором больше подходит для съемок фильма про зомби-апокалипсис, а не для работы и жилья. Недострой облюбовали мародеры и дети, а ведь такие вылазки чреваты несчастными случаями, опасается собственница квартиры на 7-м этаже Екатерина Трещалова. Вот окна над беззаконным этажом. Хотели переехать в центр с детьми, вздыхает Екатерина. Продали единственное жилье и в 2017 году вложились в трешку. Через полгода дом должны были сдать, но застройщик обанкротился. Долгожданные ключи от нового жилья Екатерина и еще около 100 таких же собственников так и не получили. Начались суды, функции застройщика должны были передать региональному фонду защиты прав дольщиков, но документы о переходе дома от конкурсного управляющего к организации МФЦ не принял. После суда мне говорят о том, что у нас, оказывается, сняли конкурсного управляющего по причине того, что у него нет аккредитации. Я считаю, что однозначно, что это махинации заранее понятные, потому что было собрание кредиторов, выбрали конкурсного управляющего. Как его назначили конкурсному управляющего, когда у него на момент подачи документов на регистрацию она у него недействительна. В итоге суд по новой аккредитации конкурсного управляющего перенесли на февраль. Дольщики уверены, сроки искусственно затягиваются. Люди опасаются, что вместо квартир они получат лишь небольшие компенсации или жилищные сертификаты в квартиры на выселках. Все, и прокуратура молчит, и судья постоянно все откладывает, откладывает. И правительство вроде как ничего сделать не может, да? То есть, ну, такое бездействие. Соответственно, делайте выводы. Это очень лакомый кусок в центре города. Это просто как стервятники на сырое вкусное мясо. Все хорошие прогнозы, мне кажется, заканчиваются. Уже мы в хорошее плохо верим. Контрольно-счетная палата тоже заметила нарушения в работе регионального фонда защиты прав дольщиков, учредителем которого является правительство Кировской области. По документам организация должна сдать дом на Ленина 31 к концу ноября 2025 года. Однако сроки промежуточных этапов, в том числе проектно-изыскательных работ, фонд уже нарушил. С финансами были отдельные нарушения при использовании субсидий из областного бюджета, связанные с премированием работников и с предоставлением недостоверной отчетности о выполнении показателей предоставления субсидий, к которым как раз относится выполнение этих графиков мероприятий по завершению строительства домов. То есть, соответственно, мы отстаем где-то около 9 месяцев в целом от графика. Впрочем, это уже не важно. Сегодня стало известно, по решению губернатора и гендиректора фонда развития территорий дольщикам Ленина 31 и еще 4 долгостроев выплатят компенсации. По заверениям пресс-службы правительства, сумму рассчитают, исходя из рыночной стоимости жилья. Жилой комплекс «Вознесенский» оценивается в 84 тысячи рублей за квадратный метр. С каждым дольщиком проведут встречу и обсудят все нюансы, добавили в правительстве. Ульяна Ездакова, Никита Луковников, Бюро новостей «Давеча».